есть вы защищаете человека, то когда, вот я сейчас читаю комментарии, когда получается, не дай бог, что-то произойдет с вами, Бородина, так как она нестабильная, это уже не в первый случай, так как она нестабильная, будет вас обсирать, или Бородина, или кто-то другой, или будут вам бить по голове, ломать носы, а что говорит прокурор, сейчас мы до этого дойдем. Когда будут вам ломать носы, и у того человека, у вашего оппонента будет больше денег, и что, я буду вам говорить, ха-ха-ха-ха-ха, вас попустили? Вы сумасшедшие, ребят. Привет, красотка, привет, и что ты будешь делать дальше с ней? Значит так, Бородина, обращаюсь к тебе я. Если до понедельника не будет публичное извинение, тогда полетят шапки не только с участкового, но и все, кто завязан вместе с тобой. У тебя есть срок до понедельника принести мне публичные извинения. На этом, ребята, я больше церемониться не буду. Сегодня это просто доказательство того, что есть или подкуп, я не знаю, не могу утверждать, но поведение участкового и его слова моему адвокату говорят об этом. Поэтому... Давай, Борода, до понедельника у тебя есть время принести мне извинения, иначе пойдут все вместе с тобой под уголовную ответственность, я это обещаю.